Что популярнее, лапты и футбола? Чем грешит абсолютно каждый? И почему это так бесстыже важно совершенно для всех? Внимайте и вынимайте в авторской передаче отчаянного лихача, профессора дедуктивной повесологии и трансвременного адюльтер-детектива Жоржушки Фрилова. Нежный бархат женской ручки. Разве это недостаточный аргумент в пользу того, чтобы жить полной грудью? Повесные путилы богемного Петербурга оставили потомкам много страстных памятников литературы, стихов о горячей и несухой любви. С вами Жоржушка Фрилова. Я буду обнажать некоторые из них для вас каждый день. Конечно же, наше все. Настолько наше все, что уже даже ничего. Александр Сергеевич крепким стержнем стоит в основе первого еретического выпуска влога-бюро. Ни много ни мало, а 113, 330 красавиц пали в объятия поэта. Пашни их были так или иначе мелиорированы семенем великого гения, а кудри их были горячей рукой запутаны в клоки любви. Из письма поэта Вяземской. Моя женитьба на Натали, а это, замечу в скобках, моя 113-я любовь решена. Актрисы больших и малых проспектов Петербурга не только испытывали интеллектуальные оргазмы, но и получали тяжелые ранения нежных сердечек эпиграммами творения рук великого сукина сына. Например, «Иной имел мою Аглаю за свой мундир и черный ус, другой за то, что был француз. Клеон умом ее стращая, Дамис за то, что сладко пел. Скажи теперь, мой друг Аглая, за что твой муж тебя имел?» Аграфена, Анна, Анна, Катерина, Авдотья, княжна Мария, Аграфена, Прасковья. Анна, Екатерина, Авдотья, Евпраксия, Калипсо, Калипсо. Но сколько было поэтам забыто имен, все знают, что страстный Сашин нрав не раз прикладывал руку поэта к рукоятке пистолета, требуя сатисфакции. Мохнатая городская легенда, распространенная в кругах узких и пульсирующих, гласит: после неоднократных озорных рандеву Александра Сергеевича с прекрасницами всех островов, именно здесь, в Михайловском саду, знаменитый пыл поэта
настолько тщательно осеменил почву, что плодом любви явились великолепные цветы протея. Ныне символ Южноафриканской Республики – это цветок, стебель которого прочен и сложен, а лепестки которого алы, как вы сами понимаете, что. Вот вы смущаетесь, Наталья, а как вам такое, моя прекрасная подруга? Кастрату раз пришел скрипач. Он был бедняк, а тот богач. «Смотри, — сказал певец безмудый, — мои алмазы, изумруды, я их от скуки разбирал. А, кстати, брат, — он продолжал, — когда тебе бывает скучно. Ты что творишь, — сказать прошу?» В ответ бедняга равнодушно: «Я? А я муде себе чешу». То ли еще будет, прекрасная Наталья Г., на дне рождения вашего непокорного хозяина, Жоржушки Фрилового, властелина эротических легенд Санкт-Петербурга, 13 февраля на первой ночи страсти на свалке.